Вітаю вас, шановні, в ефірі меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Ми говоримо про події нашої історії, відомі, невідомі, маловідомі, або такі, що, як ми думаємо, відомі, воно виявляється далеко не так. І ось якраз сьогодні про одну з таких подій піде мова. Піде мова про події 1825 року, які, до речі, розгортались в тому числі і тут, в Україні. Мова піде про декабристів, з яких свого часу зробили мало не революціонерів. Ну, хто вони такі, які цілі вони переслідували, сьогодні будемо говорити з нашим традиційним гостем, правозахисником, дослідником історії Станіславом Ковтуном. Вітаю вас, пане Станіславе. Дякую. Ну, мова йде про декабристів. Я одразу згадую дві фрази. Одна з них, до речі, моя улюблена. Ну, перша з декабристів радянська історія зробила, історіографія зробила мало не революціонерів, мало не марксистів. От, і декабристи розбуділи Герцена. Герцену на той час було 13 років, а Марксу 7 років. Ну, можливо, і розбудили. Тут хто його знає. А от друга моя фраза, я просто обожнюю цей історичний ідот. В ньому стільки як глибоких, як високих, так і глибоких смислів. Це про те, що коли декабристи вийшли на Сенатську площу і заставляли своїх солдатів кричати «Костянтина» і «Конституцію». І що довго не пояснювали, пояснює, що Конституція – це дружина Костянтина. Обожнює. Ми не знаємо, чи це було це насправді. Хоча в історичний контекст лягає, могло так бути. Можливо, так воно і було. Але от я так думаю про те, що хто такий Костянтин? От з цього можна і починати нашу розповідь. Пояснимо просто глядачам, щоб в контекст, що декабристське повстання виникло на фоні, що помер Олександр І. Це якраз було день коронації Миколи І, нового імператора. Хоча там була історія, що мали по престолу наслідуванню мав прийти Костянтин, але там була не соответствовал. Во-первых, тогда начнем с самого начала о том, что с одной стороны, вся история касательно декабристов – это история, которую знают все. И мы сейчас о ней с вами говорить не будем. Мы не будем говорить о их биографии. Мы не будем говорить, ну, в основном, мы не будем говорить о том, где они там чихнули, где они в ссылке сидели. Про декабристских жен не надо говорить. Ничего этого не надо, потому что это все на этом написаны тонны диссертаций, сняты великолепные фильмы «Звезда пленительного счастья», мы с вами помним, но, в принципе, исторически недостоверны в какой-то степени, и мы коснемся этого. Вот. То есть мы каноническую, скажем так, историю декабристов знаем. Да. Вышли, построились, выстрелили, разбежались, кому дали палок, кого повесили, кого загнали в Сибирь. Все, точка. И я в школе, и вы, наверное, в школе учили вот эту каноническую версию. Да. Абсолютно был исключен, и вы правильно коснулись в самом начале, император, подчеркиваю, не ошибся, Константин. Да, Константин они принесли присягу ему. Да. Дело в том, что случилась ситуация парадоксальная, и в период с 1825-го, то по 1830-й, 5 лет, было двоецарствие фактическое в Российской империи. И это не какой-то миф и не какие-то конспирологические версии. Вся проблема в том, что... Вы, как юрист, знаете. Совершенно верно. Вот я сейчас попытаюсь за 3 секунды это рассказать. Был, согласно закону о престолонаследии, наследует старший по мужской линии нисходящий, или, так сказать, то есть тот, который идет следующим, короче говоря. Вот этим человеком был Константин. Но, как нам говорят... Это ж такое дело, говорят, не говорят, что Константин не хотел править, и он написал якобы какое-то письмо, нотариусов тогда, может быть, были, может быть, не были, но это письмо всплыло, когда Александр I умер, но к тому времени войска, сенат и сам даже Николай-младший присягнули на верность Константину. И была даже отчеканена монета с Константином. Да. Константиновский рубль. Константиновский рубль, который сейчас раритет, и за ним гоняются все нумизматы всего мира. Это очень редкая вещь. Так вот, и тут всплыло вот это вот его пожелание, что он не хочет править. И возникла пауза. Константин в то время жил в Варшаве. Он был женат на польке, графине Грудзинской, княгине Лович. И это был такой марганатический как бы брак, то есть, ну как, опять же, все вот эти царевичи были женаты на всяких Шарлоттах, вы поняли, Дагмарах и немецких княжнах. А, кстати, Николай был женат на дочери прусского короля Фридриха Прусского, III. То есть это у них традиция. Тут раз Константин женится на славянке, это во-первых. Во-вторых, ему так нравилось в Варшаве, он был наместником, вернее, тогда он был, если быть уже близким к истине, командующий польскими войсками. Польша на то время широкую автономию. Она сейчас займет у нас очень большое значение в нашей
истории, она играет колоссальное значение. И вот Константин жил в Варшаве, в Бельведерском дворце, построенном за деньги. Сейчас там польские президенты заседают. И никуда не хотел уезжать. Ему нравилась Польша, как хорошая европейская страна. У него была частная армия, если так можно назвать, это польская армия, которой командовали 6 генералов, которые были лично ему преданы. Их потом убьют в 1830 году, забегая наперед скажу, когда возникло польское так называемое восстание. Так вот, было определенное крыло прогрессоров, которые тоже были исключены напрочь из истории. Никому из моих уважаемых телезрителей, слушателей не скажут такие фамилии, как Мордвинов, Киселев, ну, Спиранского кто-то где-то слышал. И, наконец, Милорадовича и фельдмаршала Дибича. Это вот как раз вот этот истинные декабристы, как раз были они. Они хотели в декабре в результате очень тонкой, очень хитрой игры прийти к власти. Каким образом? Ну, во-первых, первый миф о декабристах. Они хотели свергнуть царя и сделать республику. Это, ну, даже тут не надо лезть в исторические какие-то записи, нужно подумать логически. А время Франции закончилось вот этой вот революционной. Везде реакция, вот та самая реакция, махровая. И, совершив переворот, признает ли это самозванное российское правительство страны, другие страны? Более того, был назначен, мы знаем, Каховский цареубийцей. То есть они вообще хотели физически уничтожить Николая, а что делать с другими? Там же семья была очень большая. То есть как в 17-м, намного дальше они сделали. Нет, никто с цареубийцами никаких разговоров и переговоров бы не вел. Это раз. Во-вторых, царь был наместником Бога на земле. Это обожествленная фигура. И для нас сейчас это не имеет значения, большого, скажем так. А тогда царь был руководителем, главой православной церкви. Как мы знаем, тогда был синод, патриарха тогда не было. Поэтому, совершив цареубийство и преступление против Бога, против православной веры, то есть свергнув главу церкви, а кого ставить на место. Да, было три проекта, мы не будем сейчас их касаться. Это «Русская правда» Пестеля, это Конституция Муравьева там, и еще кого-то, Трубецкого там что-то было. Не в этом дело, они роли не играли. Они играли роль, так сказать, ну не то чтобы полезных идиотов, а просто пешек в очень тонкой игре, хотя не все. Так вот, были контактеры, которые изнутри эту ситуацию контролировали и очень умело ее направляли. В частности, это был Кондратий Рылеев. Тоже уникальная личность, выдвиженец Мордвинова. Да, я немножечко остановлюсь, кто такой Мордвинов, чтобы все понимали. И какое он отношение имеет к нашей Украине в том числе. Мордвинов – это незаурядная личность. Он сделал карьеру от мичмана до адмирала. Воевал реально с турками. Стажировался в Англии 3 года и стал англоманом. Он стал сторонником английской системы построения государства. То бишь конституционная монархия. Монархия, где королева или король царствует, но не правит, а в то же время правят лорды, кабинет министров. То есть аристократическая монархия, я бы так сказал. Через 100 років Деникін був прихильником тієї. Ви знаєте, я вот, мені он, із цього білого движення Деникін найбільш симпатичен, скажем так. Мені Колчак это уж точно. Так вот, я хочу сказати, що он женился на англичанке Генриетте Коблей. Она была дочерью английского консула в Ліворно, в Італії, коли він був кругосвітний. Це була романтична історія, яка, к сожалению, у нас пишуть тут про Колчака, знімають адмірала, а от про Мордвинова почему-то росіяни не можуть зняти хороший фільм, хоча сценарій би вийшов обалденний. Потому что он ее увез с собой в Россию, она крестилась в православие, и она взяла с собой брата Томаса Коблея, который был крещен Фомой. Его назвали Фомой Кобле, так сказать, на французский манер. И вот вы слышали про такой поселок Коблево, наверное. Ага. Вот это он назван его именем. Образовался такой, как бы, такое сообщество реформаторов, из которых на Мордвинова была возложена экономика, на Спиранского юриспруденция, естественно, законодательное оформление. Це все вищі посадовці імперії. Это все высшие посадовцы. Спиранский – это вообще правая рука Александра I, который тогда еще проводил реформу. Но Александр I, он качался то от реакционеров, то к прогрессорам, то еще. То есть, когда был 812 год, он Спиранского удалил, потому что война, вы же понимаете, не до реформ было. Но, в принципе, Спиранский сделал очень много. Кстати, человек из низов пробился буквально из... Кстати, Спиранский, он Васильев, его фамилия. Спиранский – это эсперанто «Надежда». То есть он настолько подавал надежды, как очень образованный человек своего времени, что ему придумали вот такую с латинского языка, в духовной семинарии, где он учился, такую вот фамилию. Так вот, сам Александр I был воспитан швейцарцем Лагарпом.
И он во многом принял, вот слышал очень много о Швейцарии как о демократической стране, где все люди вольные, живут нормально, и это страна как бы самоуправлением и так далее. Вот он хотел, чтобы у Александра I был такой прообраз России, может быть, условный, как вот швейцарской такой как бы федерации, конфедерации, многоязыкой, многоликой, но в то же время единой, скажем так. Он был вообще такой мечтательный человек достаточно. Что касается еще одного человека, которого вообще никто не знает, это господин Киселев, такой генерал Киселев. За ним закреплялась административная реформа, и он, кстати, при Николае уже первом возглавлял, как бы сейчас сказали, фонд государственного имущества. И он провел все-таки реформы, частично раскрепостив государственных крестьян, разрешая, во-первых, ввел крестьянское самоуправление. 40-е, это еще до 861 года, до освобождения. Во-вторых, разрешал крестьянам, помещикам освобождать крестьян. Раньше это запрещалось. Как видим, все наши уважаемые прогрессоры, они смотрели в Европу. И вот опять же здесь мы опровергаем еще один миф о декабристах, что основным локомотивом этой революции были офицеры, которые нанюхались воздуха свободы в Европе, и вот они захотели все я свой час упросу думав. Ну, по-перше, вони були дуже невисокого порядку офіцери. Совершенно верно. По-друге, вони були багатьом з них і 30, не було, вони не бачили тих війн, вони не брали участь. Совершенно верно, совершенно. И в основном, какое основное развлечение офицера? Карты, женщины, балы, дуэли и все такое прочее. То есть, ну, сформировать такое мнение, думать о государстве, ну, зачем, когда можно в картишки перекинуться, там, пострелять, ну, там, помните прекрасный фильм Рязанова про гусара, где там корнет, так сказать, Плетнев, там, да, вот это их такая действительно, может быть, такая немножко в комедийном стиле, но жизнь она такая была действительно. Что война, что разгул, это для них было хорошо. Поэтому думать о каких-то государственных устройствах, это не их, вы правильно сказали, абсолютно уровень полета, они об этом даже не думали. Так вот, но ими очень хорошо руководили. И вот мы говорим о Рылееве, как о контактере, так, который был выдвиженец Мордвинова и был секретарем российско-американской торговой компании, то есть той самой, которая на Аляске, для колонизации Аляски была создана российско-американская компания. И вот он участвовал в ней, был, как бы сейчас сказали, генеральным менеджером этой компании. Да, то есть, кроме того, Рылеев... Аляску вообще... тогда еще не продали. Нет, а ее же продали в 1861, как мы помним. И то ее практически всучили, как говорится, американцам, потому что уже дальше развиваться... Хотя, на мой взгляд, это, конечно, была колоссальная ошибка. Русские дошли до Калифорнии, и там, кстати, вступили в войны с местными индейцами. Да. Отдельно это уже очень белые история. Русские собаки. Да, да, они там, Форт Росс тот же самый и так далее. И вот, вот этим всем, в этом всем участвовал и Рылеев, который тоже был прогрессором. Кроме того, Рылеев это был талантливый поэт, причем не просто писака какой-то, а это был поэт, знаменитая поэма «Войнаровский», о наследнике Мазепы, родственники Мазепы, мы знаем, да, его племянники, который атаман, и как он ездил с Пилипом Орлыком по, так сказать, Западной Европе, осуществляя такую медиаподдержку украинского независимого государства. В связи с чем, кстати, вот тоже интересная история, 30 секунд скажу, нельзя мимо нее пройти. Петр I даже задумал специальную такую спецназ-акцию, направил Румянцева, поручика гвардии Румянцева, который потом был губернатором Малороссии и отцом еще одного румянца, который тоже был губернатором Малороссии. И вот они создали такую бригаду из гвардейцев, поехали в Европу, скрутили этого Войнаровского и затащили в российское посольство. И там его держали некоторое время, потому что вся пресса, вся общественность Запада была возмущена, все говорили, как это так, что это за спецоперация на нашей территории и все такое прочее. Но Войнаровский сказал, какое-то время его держали, но, видимо, уговорили. И он сказал, что... Ладно, всем сказал, я готов добровольно явиться, так сказать. Его под конвоем сопроводили в Москву, на Петербург уже на тот момент. И Екатерина I, она как бы попросила Петра I сохранить ему жизнь. Его сослали, сначала он 7 лет в казематах Петропавловской крепости провел, потом его отправили в Якутск. Почему я так долго рассказываю? Так вот, Рылеев описывает последние месяцы жизни этого Войнаровского. Я читал, вы знаете, у меня аж мурашки по телу бежали, если прочитать эту поэму. Насколько вот Войнаровский описывает свою любовь к Украине, что он никогда ее не увидит, что он за нее боролся и все такое прочее. Вот, это настолько трогательно и очень хорошо. Более того, там есть примечание таких же декабристов о Мазепе. Очень объективная историческая картина о Мазепе. То есть это все рисует Рылеева как республиканца, как человека очень прогрессивных взглядов, как честного и порядочного человека. То есть это было не равня вот тем самым поручиком Ржевским, как говорится, которые его очень любили и уважали. Но Рылеев очень сильно ошибся в одном персонаже, и это все испортило в конце концов. Это в Каховском, да.
Каховском. Вот я не люблю в истории оценочных суждений, честно вам хочу сказать, я не люблю говорить плохо или хорошо, я стараюсь быть, но здесь я могу сказать точно все. Это, ну, конченый подонок и дегенерат, вот Каховский. Кстати, по воспоминаниям очевидца казни коменданта Петропавловской крепости, казненные декабристы не подали ему руки на эшафоте. Они обнялись между собой, помолились, но к Каховскому даже никто не подошел. Он своим выстрелом, убившим Милорадовича, разрушил всю тонкую игру. Почему? Потому что организатором вот этого вот выхода полков был, естественно, Милорадович. Для чего построились полки на Сенатской площади? Утром сенаторы и часть войск присягнула Николаю, уже новому императору. И Милорадович давил таким образом психологически на Николая, чтобы он все-таки включил заднюю, чтобы он откатил назад, чтобы сохранить Константина. Угу. Чтобы а был вони присягнули Константину? А? Сначала все войска, и Николай, и все, да, весь сенат присягнули Константину. Потом всплыло вот это письмо. И Николай первый сказал, а я тоже хочу. Ну тогда он был не первый, а Николай Павлович, ну, да, говорит, а я тоже хочу, а вот не Константин не может, все. Костик не хочет. А вокруг Николая тоже было, но уже реакционерное, так сказать, ага, крыло. Там свои люди формировались, которым вот эти все прогрессенмахеры не нравились. Все думали, что Николай выйдет, увидит, стоит гвардия, он немножечко как бы расслабится. Вот тут подъедет Милорадович. Пустит несколько кирпичей. Да, да, и скажет ему, давай включай заднюю, слышишь, ну вот Константин, ты тоже будешь при нем, а Константин умрет, ты после него станешь. Ну, в конце концов, вы же все братья, все такое, прочее. И вот как бы вот это все было сломано. Но не устранена была основная проблема – Константин. И вот с 1825 по 1830 было двоецарствие, то есть одновременно проводилось несколько политик. Что их сдерживало? Мать. Тогда еще была жива мать. Вот. Когда мать умерла, уже она говорила, живите в мире, она их примиряла там и так далее. Когда она уже ее не стала, Николай решил действовать. За все это время и он решил ударить в самое сердце Константина в Польшу. Польша — это очень сложная, обширная, тяжелая тема, потому что Польша — это Европа, однозначно Европа. И Польша имела огромное, колоссальное влияние на русскую, российскую культуру. Ну, я скажу вам, что Адам Мицкевич был другом Пушкина, они находились в переписке, потом, правда, разругались из-за вот этого, да, вот уже восстания, так сказать, что издателями был Фадей Булгарин и Сминковский в Петербурге, то есть это были магнатами, которые издавали всех наших русских литераторов. И вообще этот польский быт, фольварковая культура, дома с колоннами, куртуазность, вот это шляхетство и так далее, оно очень нравилось российским дворянам, понимаете, которые, потому что дворяне-то вышли, собственно говоря, вы знаете откуда, от слова двора. А шляхта это были, так сказать, благородные люди. І польських шляхтичів ніколи не пороли, про це навіть мови не було. А в Росії дворян пороли. Совершенно верно. Отак вот декабристи, как говорят, первое непоротое поколение. То есть вот им захотелось свободы. Они вдруг решили, что, не вдруг, а решили, что мы тоже хотим. И мы тоже хотим, как в Европе, чтобы нас не били, не пороли, не заставляли нас делать то, чего мы не хотим. Мы хотим свободы и вольностей, как говорится. Поэтому Польша была плохим примером. И что делает Николай? Он делает тоже очень хитро, и очень, он очень умный был человек. Но это был пруссак в русской шинели, как его называли. Кстати, его воспитали тоже практически немцы, Ливен и Ламсдорф. Ну, госпожа Ливен женщина, и Ламсдорф его учитель был. И вот он все любил прямо, перпендикулярно, Николай так Палкин. Сказать. Николай, совершенно верно, Палкин, потому что вот эта палочная дисциплина была. Все было зарегламентировано потом уже, так сказать, было военно-бюрократическое, ни о каком предпринимательстве речи. Потому что предпринимательство — это частная инициатива, свободы. Это строить какие-то заводы, фабрики, пароходы, что-то изобретать, наука. А тут сидит себе гоголевская вот эта шинель, там Чичиков какой-нибудь, говорит, не пущать, запрещать. Регламентом пункта таким-то запрещено. Понимаете, то есть вот если мы, парадоксальный факт, что вы знаете, что в лондонский сити запрещено входить королеве. Вы знаете, что она не может зайти. В центре Лондона есть сити. Да, и вот туда королева не квартал. Может зайти без согласования с мэром этого сити. Вы можете себе представить эту ситуацию? Представьте, нашему там президенту запретят зайти там, в торгово-промышленную палату, я не знаю, или в банк какой-нибудь, да, без согласования с директором. В Англии это работает, потому что Англия — это либеральная экономическая монархия. Все, что делают англичане, они делают чисто для прибыли. Это величайшая торговая нация. Торговая в хорошем понимании большом этого слова. Не торговать там в киоске чем-то, а имеется в виду торговать огромными массами товаров. Это логистика, поставки, все что угодно. Банковская сфера и так далее. Вот. Так вот, такую Англию хотели сделать в России.
патриоты России, по большому счету. Но этого не получилось, потому что Николаю проще было взять Бенкендорфа, Паскевича, везде построить военные все эти поселения, так сказать, чтобы люди маршировали, строились и так далее. И он раздавал направо и налево, даже и славянофилам доставалось, вы помните, и Кирилло Мефодиевское товарищество получило, так сказать, и петрашевцы тоже получили. То есть душилось все, как говорится, в этой всей ситуации на корню. Пушкин загинув, кажуть, не без участи. Конечно, безусловно. Это все тоже очень... Так вот, да, вот насчет Пушкина. Видите, как хитро все было, эта вся ситуация организована. Поэтому нельзя Николаю отнимать ума. И вот он приезжает в Польшу в 1829 году и надевает польскую корону. Он коронуется. До этого Польша была автономная, в личной унии находилась с Российской империей. У него была своя армия, кадровая армия. Своя конституция, свой сейм, то есть это была самая широкая автономия. В Польше король всегда выбирался. И тут приезжает Николай и сам себя коронует. Сказать, что это оскорбило поляков, значит не сказать ничего. Пошли, как говорится, толки. И несмотря на это, к сожалению, здесь тоже не удержали ситуацию. Здесь тоже сыграли свою роль вот эти поручики. Поручик Высоцкий, там еще другие товарищи, паны, так сказать, которые на радикалы, скажем, которые организовали вот это восстание. Началось это с восстания в самой Варшаве. Очень много погибло верных офицеров, они были уничтожены, как и те самые шесть генералов, которые кто-то... были польские части, которые даже воевали с восставшими. Они стреляли и отходили, и прикрывали Константина. Константин с трудом, чудом убежал. Его тоже хотели убить. Понимаете? И вот тут начинается польская кампания. Сначала восстание возглавил, подавление восставил Дибич, фельдмаршал Дибич, который пошел, и случилось очень серьезное сражение. Один из тех, кто грав в декабристів. Да, и вот я хочу подводить очень интересные вещи. Да. И вот было кровавое сражение под Гроховым, это под Варшавой. По своей масштабности и жестокости оно не уступало Бородинскому. И оно точно так же закончилось в ничью. Но поляки отступили, польская армия была обескровлена, а к Дибичу подходили подкрепления. И он мог на плечах отступающих поляков зайти в Варшаву, но он этого не сделал, он отвел войска. Угу. Потому что ему попросил император Константин, император, так сказать, не заводить войска. И Дибич умирает. Ну, официальная причина от холеры. Ну, я сомневаюсь, чтобы генерал пил где-то с лужи, понимаете, да. Холера была, безусловно. Но есть очень большая вероятность, я думаю, что это так, если его отравили. Почему? Потому что за ним умирает Константин. Тоже от холеры. Тоже очень быстро. Причем холера, ну, как сказать, холера это, конечно, заболевание не смертельное, но тяжелое, но он умирает в течение одного дня. Вот. И Дибич после этого Константин, а потом умирает и жена Константина. 40-летняя молодая графиня уезжает в Царское село, и тут даже с диагнозом не парились особо, сказали от усталости. Ну, устал человек, вот взял и умер, понимаете. И вот тогда за дело взялся Паскевич. И, как вы помните, Варшава была взята, так сказать, и знаменитая депеша «Варшава у ног вашего величества», которую нес внук Суворова, так сказать, доставил, то есть символизм определенный был. И тогда... Николай, когда приехал в Польшу варшавянам, он сказал фразу, которая мне очень нравится. «Я буду вам делать добро против вашей воли», говорит. «Я вас осчастливлю, но у меня стоит цитадель и пушки направлены на Варшаву. Если вы хоть что-то пытаетесь против меня замыслить, я этот город сотру в порошок. Забудьте всякие фантазии о независимости, о конституции, бросьте это, оставьте. Вы будете счастливы вместе со мной». Вот как бы это вот характеризует самого Николая I, то, что он как бы осчастливил и создал вот ту систему, которая просуществовала до 1856 года. И практически Николай I тоже себя умертвил, по большому счету. Мы знаем трагические, ну, есть слухи, что он принял яд. Но на самом деле, опять же, очевидцы сообщают, что он, болевший воспалением легких, в одном мундире зимой выходил принимать полки. И даже вся свита говорила, ваше императорское высочество, прекратите, оденьтесь, уйдите, что вы делаете. А он стоял, потому что для него это была катастрофа. То государство, которое он создавал, на палках вот этих вот, на регламентации, на всем остальном, оно рухнуло, потому что десант англичан, французов и турок, и сардинцев, высадившись в Крыму, а железных дорог не было, и войска шли пешком, вот. А железная дорога, вы же знаете, что она, почему у нас вокзал называется? Это единственная страна у нас в мире, где вокзал называется вокзалом. Вокзал это в Лондоне есть парк развлечений. Вокзал. Угу. А во всем мире вокзал, так называемый, называется стейшн или терминал. До речи, да. Да.
Почему? Потому что железная дорога воспринималась как развлекуха. То есть садились все в покатушки, ездили, а там выступал царском от Петербурга. Прибывает дизель-электропоезд, и все выходят посмотреть. Все выходят, садятся, потом Штраус, кстати, выписали Штрауса со своими вальсами, он играл вальсы все эти, так сказать. Все сидели, слушали, потом опять садились в поезд по дороге, наверное, выпивали, закусывали и возвращались назад в Петербург. То есть такого применения, как вот опять же в Британии, во Франции, в Германии, переброска войск, грузов, там товаров или еще чего-то, это уже пришло значительно позже, уже при Александре II, как говорил, освободителе. А до этого вот железная дорога, все. И поэтому в Крым пешком, пешедралом, так сказать, войска шли, не дошли там, так сказать, и так далее. И получилось, что главная база Черноморского флота была уничтожена. Был унизительный договор, согласно которому весь Черноморский флот был лишен, запрещены были вообще все любые виды боевых кораблей, так сказать, ну, очень унизительно. И поэтому Николай понял, что он, как говорится, со своим военно-бюрократическим режимом довел страну до вот такой вот ручки, mm-hmm. как бы. Но я хочу сказать, есть и положительные новости. Эти прогрессоры, они никуда не ушли на самом деле. Остался и Мордвинов, и Киселев, они совершали свои реформы. Просто эти реформы, они бы были намного ярче и намного бы сильнее. То есть те реформы, здесь, которые проводил Александр II уже в 1861-81 годах, они опоздали лет на 50. То есть представьте, если бы эти реформы начались в 1825 году, то я думаю, что Россия, как очень серьезная, очень обильная и талантами, недрами и ресурсами страна, она бы очень сильно стартанула. Но, к сожалению, как всегда, в данном случае, хоть и история, это нелюбимая моя фраза, история не терпит сослагательных наклонений, мы могли бы, можем вам сказать, что Россия бы вошла бы то, кем она и стала. Мы на предыдущих эфирах с вами говорили о том, что Россия входила в пятерку сильнейших экономик в мире уже в 1914 году. Те самые реформы, которые начались при Александре II, развились при Александре III, и при Николае II зашли иностранные инвестиции, развилась железная дорога, строились заводы, фабрики, появился пролетариат, так сказать. И в этой ситуации Россия, она действительно заняла почетное место. Поэтому вывод здесь один. Военно-бюрократическая, любой вот такой режим реакции, душащей свободы, душащей гражданские права и ограничивающей человека или граждан в их стремлении, в инициативе, он всегда заканчивается плохо. И вот если уже закончить нашу, я так понимаю, время подходит к концу передачу, я могу сказать, мораль очень простая. Я хочу, чтобы мы не совершали таких ошибок, чтобы наша страна, Украина, она была тоже свободной, и чтобы люди, предприниматели, граждане, они проявляли частную инициативу. Государство не сдерживало эту частную инициативу, не пыталось запихнуть ее в какие-то рамки, инструкции, протоколов, регламентов. Я за то, чтобы соблюдались технические регламенты, правила безопасности, например, дорожного движения. Но когда предпринимателей ставят, извините меня, в русло, отнимают у них все, или там пытаются его государство через колено наклонить всякими налогами или приказами и указами, это сказывается очень плохо. И любое государство в этом отношении очень нехорошо закончит. Поэтому я за политические, гражданские, экономические права и свободы. Слухайте, я щиро вам вдячний за цю. Я ніколи не пов'язував події на Сенатській площі, ну і все, що з польським повстанням. Вони прямо зв'язані, а вони, виявляється, да. От я дуже вдячний вам за це. Ну, слухайте, класно. Я дуже вдячний вам за цю розмову. Дякую вам, пане Станіславе. Спасибо. Отже, шановні, це був, я думаю, варто все це послухати. Це був меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати», а пам'ятати є не що лише пам'ятати, а що аналізувати. І, до речі, Войнаровського. Обов'язково сьогодні ввечері перечитати Войнаровського. Дякую вам. На все добре, побачимось.